Выход Англии из общего рынка лишний раз показывает нам, что невозможна связь между людьми, если она не проходит через их сердца, не затрагивает их самих. Чтобы связать себя узами единого союза, необходима очень серьезная внутренняя, чувственная основа, где люди бы ощущали себя действительно относящиеся к одному народу, к одной территории, к одному континенту, к одному человечеству. А 30 государств объединить только формально, какими-то вот такими вот договорами, на бумаге это не получается. А для того, чтобы сделать связь между людьми, для этого их надо обучать, для этого надо их перевоспитывать, для этого надо их сближать, показывать, что нет иного выхода. Что это говорит для нас? Нам необходимо сближение, нам необходимо научиться ощущать себя вместе, как один единый народ. Это не просто после изгнания и разделения друг от друга, но мы обязаны это сделать. Я надеюсь, мы это сможем. Мы сможем подняться над собой и осознать, что только наше объединение даст нам надежное и хорошее будущее.